Лишь. От чего? От Юли. Ты же был глухарь, что-то наебался. Не, там сейчас такая пачка бешеная, блядь. Ты что, ты идешь туда? Там Kill Stars, блядь, Олежа нахуй получил. То есть нужно возвращаться, ты хочешь сказать? Блядь, глухарь. Если... Глухарь. С истоков. Колохтысик у нас. А он стримит? Он же с этим, с Синкаем там пиво пьет каждый вечер. Хорош. Ты же знаменитость, нахуй, пиздец. Стыдно не знать. Так ли джесса у кого есть? Чтоб потом мне ДБМ скинул бы, а то мне этот устарел и все уже не работает. А у меня, кстати, здесь не показывают вот на этом. У тебя не написало, что он устарел после этой обновы? Не. И он выключился, да? У меня вот на этом не показывают, и на собаке не показывают, а на первом показывают. Кламобот метку поставил, очинитесь. Да, у меня ливень хуярит, мне сейчас интернет не вырубить. Как дела, ребят? Здорово, ковер. Хуёво. У тебя КД, да? Мы же ходили. А, да-да. Я же боюсь вам говорить версию своего ДБМ, если ты правильно. Байден старый, нахуй. Вот уже. У меня Слич Кинга классики. О боже. Владыка ужаса. Прием. Кого нету? Есть. Все, сейчас убьем, ребят. Окей. Смотри. Звучивайте дефы. Это важно. Второй костер, если нет. Ауру только меняйте своевременно. Кто мне стерю видал? Какой-то плотный тип. Красиво, бля. Насколько? Какой толку от неё? Да хуй, бля. Внутрь. Не, мультики так жестко. Да и пампится. Наружу. Сверху зайдите обратно. Кто там шипа стоит? Зайди в сверху фиолетовую. Прям вовнутрь надо? Ну да, типа под ней просто стоишь. Ну, далеко она улетела. Она далеко улетела, встаньте. Пойди в нее. Ну что у меня? Здесь что-то босса не достает. Стилка не стоит. Давай, дамажить ведь надо. Идти. Я же рядом с тобой, сколько хуянка опять идут. 5 миликом идут. А там дыхание. Покажу. Ебать, пошла жара. Заведи босс. Четвертый не тебе. Если коста пойдет за тобой, сразу зайди за рай. И сферы в мили сыграй. 4. Пончика вышли? Фигованные пончики, блин. В этом один пончик, нахуй, 10, блядь, потом. Т4 давай. Ну какой-нибудь шип. Бест приз. Да камни еще хавать. Локовские. Клади босса, когда ты ближе. Стенки подай. К РДД надо было, теперь в РДД сферы пойдут, в которых мелики вышли. Окружение, готовьте заходить. В пончик заходить. Зашли. Танчик, ну ты-то чё не зашёл? Килить. Давайте саппортами бить. А, мне кажется, не помогут. Блять. Нет, помогут, помогут саппорты. Бля, хильте меня, я вообще затанчу нахуй. Давай. Бля, бей. Всё уже, бля. Танчик, у тебя тут спек есть? Есть. Спекнись. Сумуйте меня сейчас. У меня не тачка, а танчик. Я не крутой чувак, у меня нет тачки. Не парень. Всегда кидает одновременно колодец и лужу вот эту. Магом точно. Просто неудачно очень разливаете эту хуйню. Так они не видят, ну это же надо видеть, что на тебе метка.
Мне, кстати, не показывают эту метку. Что за мега щук опять 3 дпс? Who is it? Ипотеки хиро почти как танк нахуй. Блять, я думал это танки, нихуя. Блять, типы деда, это кринж. Такой танк, а там ледяная стрела нарисована, ебать, бывает нахуй. Короче, дайте банк, надеюсь. А, нет, не мне. А шкаф. А что у нас, скорее всего, ливнули? Короче... Там прозачу. Сопроты, Андрею, наверное. У кого звание есть? У меня звание есть, конечно. Равняюсь. Вот покупайте сопроты у Андрея. Ты даже не служил, Андрюха. Это пиздец. Пиздец, блядь. Ну, осуждаю тебя, нахуй. Берите, 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 не жадничайте. До 27 еще далеко. Надо убить. Слышу, я мозг. Сколько военник стоит? Он на следующего босса пригодится. Ну, в СПБ... Сколько они там, по 100 голды будет дают? Ну пусть по 100. Кидайте ему в трейд на сопрот по 100 голд. Кому? А, ок дотки. Не знаю, как правильно ник. Беба, я могу тебя отмазать. Как ты меня отмажешь? Нет. Сделай тебе... Баллон в гильбанк заложен. А, ты не знаешь, я где. Или в ВДВ могу тебя отправить. Баллон у меня на сотку. А, ну давай. Нормально тебе. Давай, Арчи. Я могу тебя военник купить? У меня нет. Ну, я такой же Андрей, это повелитель пунки, если я же не военкомат. Хозяин там. Нихуя себе, блядь. Чё, первым... Это чё, могут в армию бьёб забрать? Гель, ты здесь? Да, да, я покупаю сопрот. Меня уже давно хотят забрать. Блоки 70 кидает, пацанём. Дай Рэлла тогда. Ой, да, извини, я забыл. Демпец, да? По 90 пропил. Что мало как-то саппорта взяли, если честно. Ну так. Если признаться. У тебя кихира увел всех покупателей. Берите саппорты, мертвые не дамажат. Потом сейчас умрут, если будут умирать, посмотрим, если есть саппорт. Значит, нахуй пойдут. Да? Это не очень хорошо. Почему? Ну, на. Ну, вот в таком контексте, типа. Как-то грубо. Ну так-то я под властью крови был. Ну, это я про. Вы просто напулили в меня, скорее всего. Это для пляна. Да, я напулил, извиняюсь. Шалом, передыхай. Ну я же сам знаю, кто это может быть. Ну учитесь, никто не умер. Вышли, вышли. Второй пережить. Там, да, второй снимал. Второй каз готов. Ну, пассив он хуярит. После Даниссима? Пиздец. Второй. Аура, не меняйтесь, паладин. Блин. Ну, вот и все, на... Тонну. КБР, да. Гера, не забудьте на 50%. 10% не будет. Давай, КБР, да. Адель, к тебе город. Идут, тебе кайтить. Им на хп дайте, Пуширина. Там сейчас. Видишь, карты дай сейчас. Рей. Геру. Геру. Геру давай. Ладно, пью потик. Пизда ему нахуй. Потик выпьет, блядь. Скоро пончики, как долбоебы, не разливайте в центре. Или... Босс вообще не ходит. Пошли за круг. Пошли с пончика все быстро. Танка, блин. Чего то вам прям под... Там, пончиков дальше отходить. А, бля. Не дамажит. Подыка ужаса гимн на хп. Пончиков. Готовьте скоро газ. Пончик нам будет. Или кивот вот у вас рядом с боссом два пончика. Цель какой-нибудь дай. Молодец. Готовьтесь. Пошли уже в пончик.
Выше. Не, ну я на лоу хп была. Блять, я шкала. И после дыхания на лоу хп стоим. А что за прикол? В пончике умер от погружения во мрак. Ну да раньше еще за. Вышел. Видишь, там анимация такой. А я не выходил, я прям в нем умер. Надо раньше заходить там. Надо раньше, да, заходить. Я тоже заметил эту фишку, типа, там, наверное, она тикает, не успевает. Куда? Там, да, там еще несколько секунд было. Короче, Войд, под первый каст ничего не даешь, под второй дашь, просто мастер ауру там хватает. Там не надо бегать. Под третий массакру. Я под первый дам Т4, у меня примерно откатит. Ну, кстати, все эти прокрутки, в принципе, вообще пережили. Вот когда начались зубочки появляться, туда мы начали бегать. Это у меня просто под сейчас было уже Т4, я бы дал. Но... Значит, буду первое давать я, Т4. Второй мастер аура, Войд. Третий массакру, Войд, с Арислином в пару с мастер аурой. Четвертый должен откатить у меня примерно. Вы бы эти бы сферки убивали? Там, да, вот эти сферки, я лично мультидотал, не знаю, не видел, кто еще это делает. Про мультидотать вот эти сферки, которые крутятся, у них 130 тысяч хп. Типа или уходить от них всем, или их хуярить, потому что они... Ну я бы лучше их захуярил, потому я что... Я дотал всех! Если их просто обмажут, эти сферы не умрут. Для чего они? Они дамажат или что? Они дамажут. Они хорошо дамажут. Видно, кого ты там дотал? Да не надо дотать, я блайнд хочу дать. Я дотал всех. Очень мало по сферам. Капец этот сверсел, этот, ну вот этот... С напулами не просрите сейчас, печеньку напуливайте. Ну да, то вот на танчика напуливали, он там вздыхал, блин, пару раз. 59 тысяч на него намажал. Кто? Ты. Нет. Это если что, почти пятеро, это сколько? Четыре раза меньше, чем у Джудотка. Кто это? Это твое место хреном стать. Ну, кстати, за хер. Короче, вот эти сверки черные есть, проанонсят вам в Дискорде, заливайте их. Неприятно там ожидать. Откатилось, когда... он у нас. Откатилось. Погоди, а у нас есть демон вообще? А, нет, у нас один лок, и он пиздец. Недоделанный. Пиздец. Нет, тогда нормально, наверное, дамажит шипа. То есть без демона. Батя в сети так. У тебя был, не был, не помню. У нас есть демон? Нету, нету, вы что? А почему тотем не стоит, не спадает, не кажется? Что, или ему тоже не? Я с самого начала райда это делал. Мелики вышли, не орите, мелики вышли. А, типа, если Лему не начали. Вышли все. Там еще меньше спадает. Больше. Шли внутрь. Фишера, Берничка. Некогда. Кого никогда? Не, кто-то. ДК. Вот второй вой ты даешь, забыть. Мастер ауру просто. Больше не надо. Вот сейчас. Че, БР есть? С кого-то из РДД пойдет, вроде в Аршаму. Теперь, видимо, БРов нет уже. Выносили. Надо не бегать от них, взрывай их по одному. Если они в тебя врезаются, лужа развелась, отходи, развелась, отходи. Не, он все правильно подносит. Пробуйте как. Геру. Геру, давай. Танка бежит нормально вообще. Пока не надо гимны, сейчас захилят они сами. После следующего дыхания Пушилина будешь первый давать гимны хп, понял? Руки заливайте, помогайте. Тьмы вот эти. Это далеко они? Кипа, стучи ты там чем? Ближний убейте, дальний не достаю до нас. Кончиков вышли. Пус отведу немного. Т4, да? Нормально, живем. Это сферу рядом убейте. Одна. Чё, две под боссом? Ходят. Ничего нет. Скажите заранее, когда будет заходить. Сейчас пошел. Да, заходим. Вот сейчас рано. Заходите. Я зашла. Ходим. Быстро, черная лужа. Блять, ну просто не повезло, сука. Надо было внутрь идти, а мы наружу пошли. Наверное, босс жестко нас разъел. Кто там Урзуна?
Да, у нас как-то хейти, тут эти лужи, бля, вместе с пончиками одновременно. И мы рванули оттуда, а надо было к нему, наоборот, внутрь. Вам надо пончики выносить, типа, все стоят с пончиками, некуда даже где вам бежать, ну, разойтись от сверх, как минимум. Ты у него и забейте, блядь, на полэкрана растяните иконку, будет все видно. Ну да. Канка! А? Как? Ты что на втором месте делаешь? Так это ошибка? Без демона в рейде и без элема нормально? Ну ты там жаловался, что тебе 2-300 СПД ДПС не дают, так что демон тебе вряд ли поможет. Гим дают, после каждого дыхания дают гим. У нас 4 приста. Короче, вот эти сферы, 5. Сферы тьмы, они убивают нас. А у бати есть демон? У меня нету, я не смогу присмотреть, у меня нету скок. Блять, ну его, конечно. Пошли трэш бить. Ну я опять сейчас это с одного мобана, ну да, с одного мобана насосу один осколок. Так тэпнись, Долоран, Юль. А обратно, ну как? Чё, там с манекена сосать? Да. Все равно чистить. Да там же выйти насос... можно присумывать. Идите пока кто-нибудь, пусть насосет. Блядь, хуйня вообще, 3 минуты, блядь. 2 человека на самом кто-нибудь, вон, танчик еще кто-нибудь. Бля, как это эти пончики ебаные называются? Древнее проклятие, как-то так вроде. Че не сосешь, давай соси. Сосу я в оглушении. Тебе по мужичку ёбнули, что ли? По мужичку это что такое? Ну это то, что за движение отвечает у тебя в мозге. Где? Ну примерно на затыльнике, на темечке находится. Где? Вообще ни одного пока. Темечко это у тебя это... Дырка. Семечко? Да, на у детей его очень видно будет. Там прям можно нажать, и ты мозг трогаешь вроде. Ура! Ну что там кость еще не образовалась. Ну и больше пытка ебашит под этой хуйней. Это шок, нахуй. У меня за... Шок-контент? У меня за такт, типа, блядь, этот... С урона. За фул прокаст это 45 тысяч в моем мире. Ой, опять эти подыхают эти цифры за 40к. Это с одной пытки, за всю пытку. Сколько? За всю пытку, то у меня сейчас было 45к. Что ты делаешь? 53 кританула, типа так. По пути соси. Я не умею на ходу. Так а чё ты сдали стоишь? На ходу сосать не всем. Я говорю не за один тик, а за все три, за общий прокаст. Все, один сос на меня, Юля, накинь, один, не знаю, кто там, на Блэка накинь. Бать, давай ты на Блэка, у тебя, ты ж демоня. Батюшка. Это под фул проп у меня было. Бать, давай рыбу ставь. Бать, это же демон. А, спек не с демона, батя? Вот. Ни одного демона нет. Кринж ёбаный. Так у него же был спик. Ну типа демон, да, он сейчас будет хорошо бы дал нам ДПС. Да, 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 бать, мы пожалуйста, убили как раз бонус, 15% не хватало, как раз вот это РДДшное. Бе бы тебе повезло. Ты видишь это? Да, он игнорирует. А может ШПшек под раскидаем в пати, это прохил так-то, там у нас первая пати без ШП, вторая пати. Пискаченого нихуя не ты тут. Так, да ну нахуй. Уверен в этом? Сколько ты 200 денег захилил? Ну, блять, у меня там боль был, блять. По 500 хилит. Да у меня не вкачанное, хуйня. Так оно без хача. Достало здесь? Ладно. Ну нормально хилит, базар. Какой ПВП, блять? Его поддержит просто.
хотел хоть 4 ксу? Мне напарник съебался. Швипс? Хочешь, да? Давай. Я не слышу звук. Ничего не дает. Сейчас будет. Слышно? Ну сейчас под тапки ты дал так. Ну я понял. Сферу зайдите, да? Пусть постоит. Да, это я зашел. Ауру возьми сейчас, мастера ауру. Кто там? Давайте. Сейчас. Следующий массакровый мастер ауру. РДД вроде пойдет. Ну да. Так, кого-то из РДД магов, наверное. Черме там может пойти. Да, на него. Дадите от меня. Забывайте про сферки. К сферке появится свечить. Ну, сакромастер должен был быть. Нормально. Не знаю, дали, не дали, но пережили. Следующий что-нибудь надо. Личная жизнь. А, рост, не забывайте. Сейчас рост как раз будет нормально. Можете уже рост давать. Бафы, смотрите, ловить. Скоро эти будут. Следующий вот сами сферки. Надо пережить. Сферы, давайте свечнемся. Сыграли сферы все? Все сферы прям. Прям сейчас все сферы сыграли, даже вот в РДД. РДД сами сыграли в свою. Пончики вышли. О, не больно. Гим даю. Сейвы отлично. Тоже продлю. Функу бернти. Да, в два гимна убивают. Следующие 20 секунд. Сферы под боссом сыграли одну. Надо, да. Чуть-чуть. А, все сыграли, мы еще появились. Сейчас нихуя пойдет ведь. Колодец. Дыхание, готовьтесь ходить. Зашли, что уже зашли, можно? Зашли, зашли, зашли. Вышли. Заходим, ну так-то Ож. Легко, блядь. Ты милитя. Где вышли? Четыре. Пошли внутрь. Внутрь? Ну да. Пробуйте. Нормально, да, хватает. Кончики надо было в маленький круг, Юль, да? Блять, ты заебал, Саня. Не, ну в смысле, ты говоришь внутрь, она темная. Да иди в пизду, я знаю у тебя, к чему все сведется. Дыхание, дайте сейф какой-нибудь. Все, пошлишь. Все, тихо. Yes. Тайнан, уже столько сферок тьмы, что у нас сейчас сфера тьмы просто захаяет. Сейчас попробую босса прямо отвести, как можно дать. 5 лямов. Внутрь. Да. Справа. Очень много взрыва сейчас погибло людей, почти пол рейда. Ну то, что поняли, то, что надо анимацию, там секунда, как он кастанет, анимация проходит, потом выходит. И потом выйти. Ну там только свет, там волна такая идет от него, то ее надо подождать, пока она пройдет. Юль, я напомню, серьезе, когда темная херня, из нее же надо выбегать. Да, конечно. Да. Когда там внутри отверстие, в него же нужно зайти, это логично. Не обязательно, можно выйти и... Ну, смотря где ты стоишь. Ну, да. Да. Если ты кастер, то я советую выходить лучше... Ну, я не знал, что можно войти в него. Потому что внутри будут милики находиться. Если в этот момент кинется грибок, то там будет грибков пиздец. Ну, это логично, да, лучше ждать, что там за. Меня не похилили после этого ебаного коста, я вышел. Да, да, слабенько хилит. Суки. Именно рейд слабо поднимается, то есть, типа, если Ц абсорбит нормально, то вот потом, когда рейд просел, пока вообще не поднимается. Я бы тыкнул рыбу. Славик, у меня нету прав бан брать. Пизду, еще пару трайв нет, так нет. Сейчас действительно прогресс, сейчас хотя бы большая часть, ну или сколько, полрейда пережили. Мы кассу переживаем, мы убиваем его. Кто ему откастован? Просто выходите через секунду, после того, как он закончит касс. Там анимация проходит, и сразу выходите, и урона не будет. Но я вот вышел, меня убила она. Я, честно, я поражаюсь. Вот у нас у магов, челы, которые вот дохнут больше всего, вот это особенно прокрутки, у одного на 100 ледяного змея даже не топал. Второго, блядь, на 100 драконьего разума. Лапу бафните. Да я саппорт, у меня флажка закончилась только что. Ну, это прикольно, конечно. Дроиды, лапу бафните. Можешь не говорить. Нахуй я тебе саппорт? Ну, честно, я вот вижу, я когда прокручивается эта прокрутка,
по магам больше всего урона залетает. Я вижу просто. Да, блядь, я в тетрае нахуй последний умираю. Да. Ну, по ним одних из больше всего проходит. Давайте, давайте. Юля, ты здесь? Время. Юля. Вы в последние сферы тьмы уже не свичьте. Нам дамаг нужен. Милики вышли в босса на тот момент. На следующий каст мастера Урутук. Кто Арестин или Кочестью? Забери ару. Последующий массакру и какой-нибудь из шипешников гимн. Я вот только что дал. Гимн есть, да, просто поставьте. На полтосе будем давать. На полтосе геру дадим. Да. С аккуратом мелики взрываются. Но... Скажите, когда давали. Сейчас. Блоки ЧБР нужны. Да, сейчас, блядь. Паф эти блоки, что, стамину дайте внутрь, забегите. Следующий бой какой-нибудь сейф. Геру. Сейчас просто надо. Да-да, и сферки кливайте там мелики. Сейчас, сейчас попробую прям далеко отвести. Сейчас пройдет этот пончик. Нормально, заклип. Пончиков выходите, внимательно. Сферы заклипали рядом с боссом. Цели свои прожали. На хп, гим, кто-то. Берн, я давал уже. Берн. Я дал. Сферы бьют. Сферы дамажат нас. Надо сейчас попробую босса прям вывести далеко. Насколько он пойдет от мной? Дыхание. Когда еще? Вообще я на какой рейнже стою, ему посрать. Про колодец. Чё, колодцы. Я в ахуе. Служение во мрак, готов. Зашли. Блять, зеленку нажал. Я сейчас про этой хуйни умер. Нет, так это баганая залупа. Поздно зашли. Не, нихуя. Ты прожимал тебя или сейчас? На половине зашел, ну чуть-чуть больше половины. Мне именно погружение самоубило. Я нет, я говорю, ты сейчас прожимал что-нибудь, Сайсуй? Ты просто зеленку нажимаешь, то ты пончик игнорируешь ей. Он прист, какой, какая зеленка? Нет, я просто к примеру говорю. А. Слушай, а может ты попробуешь таунтить эти сферы, потому что они иногда съебывают за 10 тысяч километров вот. Килу, к кастерам. Не, по-моему, не, они, та, они не таунтятся. Не таунтятся, не бегают. Нет, этот, они начинают тем, бегать, как... и это какой-то бред начинается. Перед тем, как меня убило вот это погружение во мрак, я в этом колодце стоял. Больше секунды. Мне просто вот урон от теневого колодца идет. Он сам колодец, он дамажит. Поэтому я говорила, забегайте под конец каста. Вот я забегаю сейчас на середине. Юля, нет. Меня каст убил внутри, когда я тут стоял. Фишка в том, что он багается. Иной раз в центре стоишь его, он тебя просто кастом убивает. Хуй знает что. Ничего не жмешь. То же самое было. Я не выходил точно раньше времени. Это 100%. Потому что, ну... А ты зашел когда-то? Зашел, когда... я же говорю, я простоял в колодце больше секунды. То есть такая вероятность, что типа ты сопротишь колодец вот этот. Не, надо заходить секунды за две, за три, типа, и выходить секунду. Рыбу. Короче, давайте, ласт трай? Нет, так нет. Я тоже ласт. Странное. Я тоже, да. А я не ласт, нахуй. Ты уже до них много ебал. С пломбиром, а сейчас.
Так что, блядь. Можем сходить после этого собаку, ну, конечно, да. Тройнуть, посмотреть. Как, если мы этого не можем быть, хай собака. На какой? Собаке меньше людей просто нужно тоже, типа. Нам нужны люди, которые... Так что, нормально, минус R за минус Кира и убьем. Пошел ты нахуй, понял, черт. Блять, я, сука, я даже не добежал, блядь. Кто ты такой вообще, блядь, мальчик? Кто в натуре, блядь? Как он? Ладно, пизди. Собрались. Ладно, ну не смешно, походу. Ну даже интересно. So fucking angry, motherfucker. Не, ну Эрза, можешь про Толгород забыть, если что. Я сразу думаю. Да я с тобой могу и не ходить, блядь. Потише, блядь, дыхание вот. Да нет, блядь. Следующее, кто деп дает милики? Арислин. Бать, по третье тоже не давай, и масса крови, и этот отдельно будет. По четвертой ничего не. Арислинчик. Следующий мастер ауру просто дашь. Будет. Наверное, на Ршам пойдут сейчас. Или на Бача. По одному лопать. На Бача идут, да. По одному просто лопай хотя. Мастер ауру. Следующему сокру. Гимн на ХП. Не, у нас тупо дохнут люди на дыхание. Давай Тигеру. Кликайте, милики, все у вас. Пончики готовы, выносите. В центре есть место. Не гридить, поэтому не торонить. Сферы не ходят. Массакра. Там. Им на ХП. Да. Под прожимками. Т4 последующий. Мелите аккуратнее, насрали пончиком. Скоро будем заходить. Готов. Уже можете заходить. Бойтесь лучше заранее. Выше. Дальше. Лучше. Им дал. Сейчас попробую отвести от сферы. Пойдет, не пойдет. Короче, там что-то у вас попадали сейчас. Еще по-тупому. Бейте. Аккуратнее, лужи, кончу. Ебать, тут место нашел. Не, это пиздец. Есть еще у кого-то гимн хп. Сайф какой-нибудь нету. Уже сейвов не хватает. Да, три тела не хватает. А, че сказать. Три ляма. Хилы, хильте, пожалуй. Там один хил остался, а это еще войт. Босс РПК, у вас как раз там 6 человек. ДПСа что-то не хватает. А ДПСа уже нет, слишком много умерло. Ебать говна, нахуй. А дыхание мрака это что, аудешка обычная? Угу. Да. Бля, ну почти убили же. Ну, там, нет. Двое умирают, тире трое во время пула. Короче, а мне кажется, нам не хватает хила. Типа, мы переживаем этот каст, все нормально. Я смотрю, после этого каста тупо отваливается тот же босс, им еще кто-то отвалился, просто на пустом месте. Не, все, хватит на сегодня. Так, а что там с печенькой? Нам нужна кому-то? Сейчас зайду на престар, ну или давайте разролю, потом на престе скину вам сразу. Кто выролит?